Какой же у нас будет саморазряд у переполисованного аккумулятора? Аккумулятор снят с зарядки уже сутки, как отстаивается. Сейчас на нем 12,81. 80-81. Вот там где-то 80. Сегодня 18 мая. Время 16:51, 18 мая, среда. Так, посмотрим, что у нас будет завтра. Вот так, 16:51. Поехали. Так, прошли сутки. На аккумуляторе 12,78. Вчера было 78 80, там перепрыгивает. Вчера было сколько там? 80 81. Короче, 0,02 вольта, 0,02 вольта за сутки. Сегодня у нас 19-е, 4:37. Продолжим. Так, сегодня 20 мая, дождик на дворе. Так, время 16:18, напряжение 73-74. В общем, за двое суток упало на примерно 7 соток. Двое суток, 7 соток. Впереди выходные. 23 мая. Время 16:38. Напряжение 12:66. 66-67. Что-то тут ходит. 67 66 67. Хорошо. Так, 63 64. Двадцать четвертого мая, время 4:39. Продолжим. Так, 25 мая, время 4:40. Напряжение 60 61. Оп, за недельку 0,2, даже 60 61 62 проскакивает иногда. 61 61 62. Было 81, сейчас 61. То есть за неделю 0,1 вольта. Нет, 0,2. С 12,8 до 12,6. Ну, 12,6 это в принципе 100% зарядка аккумулятора. Да. 60 60 26 26 4 44. Так, 57 58. 27 4:31. Все уехали, блядь. Так, сколько тут у нас? 50 50 50. 12:05. 30 марта. 30 17:03. 50-51. Да. Раз. Так.
12:49, 12:48, 49, 31:4:44. Так, блять, воды налил. Первого июля. День защиты детей. 4:39 вечера. 48-49 пляшет. Ну, 40. Как-то так вот. Так, что у нас тут? 45. 12:46. 2 июля. 4:44. Так. 12:44. Пятница. 3 июня. Время 4:49. 12:44. Все. Так. Двенадцать сорок девять. Сегодня у нас уже было 7 июня. 4:55:02. 39. 12:38, 39. 8 июля. 4:51. 4:38, 39.